Ребята, всем привет, с вами Хижина Музыканта, меня зовут Раиль Арсланов. Сегодня у нас рубрика «Гитарист в чат-рулетке». Будет новая порция классных реакций и классных песен, поэтому влепите лайк и обязательно приходите на мои сольные концерты этой осенью в городах России. Список городов на экране. Вживую, конечно же, все это звучит намного круче. Будут авторские песни, баян, полноценный бенд и суперпозитивная атмосфера. Приходите, билеты где-то внизу. Погнали! Привет. Не думала, что я таких прекрасных людей встречу здесь. Что? Опять? Почему это мы прекрасные? Ну, вы же известный у нас человек. Да нет уж, у деревни, если только у себя. Да ладно. Да, а сколько тебе сейчас? Сейчас мне 21. Смотрела, когда мне было лет, может, 18, наверное. А, ну не так давно же. Ну, все-таки в голове отложилось, скажем так, твое лицо, помню. Опа, ну это хорошо. А ты тоже, получается, сейчас уже... А, да, я занимаюсь какой-то такой небольшой медийной сферой. Насмотришься на вас, на всех, и тоже, конечно, этим всем захочешь заниматься. Но ты меня, скорее всего, не знаешь, потому что я очень маленький такой стример, прям... Просто я сам-то играми не увлекаюсь, поэтому и не знаю, наверное, так бы узнал, да? Если будет интересно, то глянешь как-нибудь. Я больше играю в CS-ку, Majestic это в GTA, либо в какие-нибудь такие проходилки. А, ну я на гитаре играю, да. Другая игра. Ну тоже классно ведь. А ты что не играешь? А свой гитару? Я раньше могла. У меня была гитара, да. У меня дедушка передал свою гитару по наследству. Сначала маме, потом брат мой играл на ней, потом я. И на тебе все закончилось? На мне все закончилось, да. А что ты пел-то, вот, чтобы так взять и сходу? Не знаю, я только кузнечика помню, как играть. Ты остановилась на кузнечике? Нет, я не на нем, но больше его помню, нежели какие-то другие песни. Я вообще ничего не помню уже, это было давно. Не, ну окей, давай тогда из русских кого ты слушаешь. Не знаю, Король и Шут. Ну да, да, хорошо. Как будто бы у них треки классные. Ну как, не как будто бы уж. А ты все песни знаешь? Нет. Ну Дурак и Мол не знаю. Ну так. Точно? Недословно. Вот эта мелодия, да? Да. Ну давай я. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумие. Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парик лес умчится, то пули, то кручу. Все поймать стремится молнию. Весь сельский люд смотреть на это выходил, как на холме. Бегал и чудил, умыет нам ссори с головою. Видно, сам себе враг. Надо ж выдумать такое, вот дурак. То парень, то сумчится, то пули, то кручу. Все поймать стремится вообще. Мощный трек. Кайф. Спасибо, кошка вовремя пришла. Вот так было, да. Привет. Привет. Что делаете? Сидим. Здорово. Вы в общаге? Да. А, где учитесь? В педагогическом. Наша тема. Тоже педагог. Какой именно? Вот такой. Типа музыкальный, имею в виду. Играй нам что-нибудь. Что именно? Хоть что, на твой вкус. Да не, у меня вкус такой себе. Назовите лучше, не знаю, любимую группу там, или певицу, певца. Давай Ану Асти. Ну да. Давай Коржа. Ну давай, как там?
Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летел во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф. Это было очень красиво. И голос у тебя красивый. Спасибо. Спасибо за сердечки. Это мы тебе. Это типа лайки. Да, это типа лайки. Это лайки, да. Возможно, теперь... Господи, ты знаешь? Шняга шняжная, жизнь общажная. О-о-о. Ну а кто ее вам споет, если не я скажу, да? Когда ты играл, сейчас надо вспомнить. Так. Года в общаге. Да, точно, давай. Я 3 года в общаге, я в ней ем и в ней сплю. Я дружу в ней с друзьями и с девчонкой мучу. Могут выселить коты, коменданту на зверь. То не день, то запара, то потеря потерь. Шняга шняжная, жизнь общажная, беспонтовая, но прикольная. Шняжная, но прикольная. Огонь, это раз. Спасибо, девчонки. Ребята, хотел вам напомнить о том, что у меня есть собственный магазин мерча arslanshop.ru, где вы можете приобрести сувенирку и одежду на тему моих песен и моего творчества. Это футболки, худи, браслеты, значочки. Ссылочка будет в описании, чекайте. Это, во-первых, казанское производство. Все шьется вручную, поэтому супер классное качество. Вот на мне сейчас футболка с новым принтом. Маленький, аккуратный логотип хижины музыканта прямо у сердца. А посмотрите, как классно сидит и солидно смотрится. Переходите по ссылке в описании, приобретайте товар, тем самым можете поддержать мой канал. Погнали дальше. Привет. Привет. Че, вы откуда? Из Екатеринбурга. Нормально. Вам говорили то, что вы похожи на блогера? На Масленникова? Нет. А на кого? Машинами занимается. Чем? Машинами? А, Дима тоже. Гордеев? Гордеев. Да. А, реже? Больше про Масленникова говорю. Странно. Там реально как Дима Гордеев. А сами-то чем увлекаетесь? Что-нибудь делать? Учусь. Ну, это не увлечение, скажем так. Надобность. А, вот-вот. Рисую. У меня тоже. Мы, короче... творческие человеки. Ну, здорово. Просто у тебя медиатор, а я на гитаре играю, и потом подумал, что ты тоже музыкант. Я, ну да. Ага. Да. Ну, неплохо. А что обычно играешь-то? В самом начале, когда только учился, самое такое стандартное, там, кино условно, еще что-то такое, а сейчас как бы свою музыку сочиняю. Вау, класс. И что, выпускаешь или еще пока нет? Нет, пока. У меня голос такой, то что с пением, в общем, у меня косяк. А, развивать надо, да? Да. Давай споем что-нибудь тогда. Вот, ну, а что можешь вообще сыграть? Ну, соя можно, можно что-то из более современного. Что сами предпочитаете? Группы можете назвать какие-нибудь? Может, я знаю. Да, много чего знаю, ну... Можно классику, после которой всем подходит, кино, что угодно. Можно «Спокойную ночь». Я «Спокойную ночь» очень люблю. Мне интересно в исполнении в целом послушать.
А, ну она у меня хуже получается из-за того, что она низко звучит, и она такая, типа, медленная. Ну да, чаще. Ты знаешь, да. Ну вот тут какой-то текст есть. Руки вверх. Руки вверх? Только знаю, да. Ага, больше ничего в голову не приходит? Так, ну давай попробуем. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. А тем, кто житься спать спокойного сна. Спокойная ночь. А тем, кто ложится спать спокойного сна. Круто. Спасибо, спасибо. Если выше петь, оказывается, нормально, а то я привык, то что он же низко поет, и ты уже начинаешь так же петь. Вообще, я играл со вступлением, в том числе, чуть-чуть иначе, но на аккордах там как бы понятно, что... Ну, аккорды те же, да? Ну, аккорды, да. Да, вот. Так, да? Да. Ну да, ну так можно долго сидеть. Просто чат рулетки здесь любят, когда там быстренько спел и все. Планируешь под каким ником песни выпускать? Ой, да я об этом не задумывался пока. Как-то не доходил еще до этого. Я просто для себя делаю, как бы потом, ну, в момент, когда-то займусь этим более серьезно. Ну, кайф, я что спрашиваю, потому что я тоже пишу. И уже начал выпускать. Вот. А какой ник? Хижина музыкант. Вот. В Яндексе. Да. Подожди, что ты знаешь? Подожди. Что, хочешь сказать, это... слышал, что ли? В смысле, да. Подожди, в смысле. А что ты слышал? Да ладно. Чего? Внезапно. Внезапно. Ты что нашел-то? Я не понял. Так... Я твой YouTube канал просто видел сколько раз. Да. Вот и спалился. Я-то хотел всего лишь, чтобы ты Яндекс открыл. Так нет, я сразу понял, я еще понимаю то, что вроде как знакомое лицо. Где-то видел, очень часто мелькало, но сам как бы видосы особо не смотрел, поэтому не узнал. Смешали с Гордеем и такие, наверное, просто похож. Не, ну по поводу Гордея, кстати, не знаю. Я просто понял, что знакомое лицо. Просто... Значит, Гордея правда очень похожи, но вот я смотрела видео какие-то с вами, и у меня просто память плохая. Поэтому ты смешал все. Ну еще внезапно. Ну я же снимаю, бывает снимаю, сижу, иногда просто сижу. Вот поэтому да, почему бы нет. Я тут вообще не ожидал, честно, медийных личностей сейчас встретить как-то. Ага. Можно скрин сделать? Давай, давай. Ладно, хорошего вечера вам. Спасибо большое. Да, давайте, пока. Пока. Привет! О, привет! А чё вы такие веселые? Просто настроение хорошее. Это здорово. Поделитесь настроением. Мне грустно. Да, а почему вам грустно? Почему вам грустно? Да вот, одиночество. Ой, доводит. Ой, тоже одиноки. Да прям у вас есть вы? Ну, а у вас есть вы. Ну да. У меня есть мой друг. Лучше. А по концертам не ходите? Хотелось бы, да. Но возраст не позволяет, да? Да. Грустно. Сколько вам лет-то? 16. Да нормальный возраст. Даже есть какая-то песня, вот помню, про 16 лет. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви.
Я отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Играйте, да, очень классно, правда. Спасибо, а вы, в принципе, красивые. Спасибо. А приходите на мой концерт. В Москве? Да, 1 декабря. А куда? Куда, где? Куда? Клуб называется Easy Club. А туда запускаю 16-летних? Да, там у нас 12+, вроде как. Все, мы записали. Точно? Да. Ребят, на этом все. Если понравился ролик, обязательно сохраните его к себе на стенку. Отправьте друзьям, не забудьте влепить лайк и обязательно приходите на мои концерты этой осенью. Билеты где-то внизу. Скрасим осень вместе и классно проведем время. Увидимся.